Это самые везучие моменты, снятые на камеру. Шлем этого игрока упал, когда он бежал, и потом в точности приземлился на его голову. Эта коробка упала из грузовика и отскочила обратно в него. А потом она сделала это еще раз. Эта команда уже думала, что проиграла игру, но один парень бросил мяч через все поле и попал. И команда победила. Самые невероятные совпадения. Слева отпечаток кольца дерева, а справа отпечаток нашего пальца. Вот так выглядит легкое человека и обычная крона дерева. А это человеческая вена, листок дерева и все притоки реки. Дерево жизни человека и наша плацента очень похожи. Трюки с твоим телом, которые ты должен знать. Если вам трудно запоминать что-то, просто сожмите кулаки, это должно вам помочь. Если у вас когда-нибудь были плохие синяки, просто мажьте их зубной пастой 2 раза в день, и они исчезнут. Если вы готовитесь к какой-то контрольной работе, то начните жевать жвачку, и на самой контрольной работе тоже. Таким образом, мозг будет привязывать поступающую информацию к вашим действиям. Эти вещи под микроскопом вас шокируют. Сейчас я покажу вам, как выглядит обычный червь. Вот это его ужасный вид под микроскопом. Думаю, никто не считает муравьев страшными. Ну что теперь, ведь на самом деле они выглядят вот так. А это пылевой клещ вблизи. Такие клещи есть в каждой кровати, и таких клещей может быть от 100 000 до 10 миллионов.